Приветствую, друзья! С вами Лена. Сегодня у нас уже пятница, но я все-таки решила один цвет тут подзашить за вчерашний. Вчера мне не удалось ни одного стежочка сделать. Я думаю, давай-ка я с утреца сейчас тут четверочка, циферка зашью-ка хотя бы что-то, чтобы, ну, за вчерашний день, типа. А потом уж перейдем к тигру. Вчера мы с мужем в Москву ездили, там, по делам, по здоровью с одним ребенком. А потом я сразу... Он меня завез на колокольню. И я там осталась до 4. Потом пришла домой какая-то вся такая. Спать, короче, легла практически сразу. Проигнорировала все домашние дела и все. И легла сразу спать. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Куда мы должны пойти потом? Ну, как интересно. Так. Короче, пришла я туда на колокольню. Посмотрела, как нас задвинули. Мне это, собственно говоря, не понравилось. Уж если нас хотя бы задвинули, то надо задвинуться тогда хотя бы по своей системе. Поэтому я занималась как раз наведением порядка. Убирала с полок наше имущество. Компактненько складывала. Ну, кстати, там давно просилась порядок навести. Во всем этом многие вещи просто так стояли, просто потому что их туда поставили. Короче, я там все разобрала, все лишние коробки выбросила, в несколько хороших коробок сложила наши годные вещи, наше имущество, которое там пускай остается, но я в шкафчик убрала. У нас такой шкафчик есть, хороший, встроенный. В общем, все это я убрала. И мы даже, там пришла Катя, и мы еще чуток повышивали даже, поделали свою работу, свою собственную, которая... У меня там на крестителе осталось-то всего что-то, штук 5 букв где-то. Осталось-то совсем немного. А девчонки, они вышивают. Ольга вышивает Олега, князя, как бы для своего сына. Ну, как бы по поводу того, что у нее сын Олег. Там еще Ольга со своей иконой. В общем, они ноют и говорят, что а как же мы будем это дошивать, да без тебя, да. Ну, короче, не знаю я. Не знаю, как с этим быть. Я вам поставлю видосик. Сейчас после этого включения сразу поставлю видосик, как выглядит это все дело теперь у нас там. И еще поставлю видосик, я немножко сняла. Там Катя сидит за нашим станком, за нашим церковно-вышивальным станком с церковно-вышивальными пяльцами. Как раз они в работе, я немножко сняла, чтобы вы посмотрели, что это такое и как это выглядит вообще. Как это выглядит вообще? Ну, потом я что-то вся притомилась, уехала домой и устала. Практически продремала до вечера, а потом вообще отрубилась. Так что ни стежочка мне сделать не удалось таким образом. Поэтому я хотя бы сейчас, хотя бы один цвет пройду. Тут немного, но сотни стежков не наберется. И хотя бы уже... С этим отложу сову. У совы тут уже туловище вполне себе оформилось. Остались только плечи и голова. Плечи. Так. И голова. Тут главное не проскочить выше, чем надо. Это что у нас? Ну все, тут мне надо искать, уже опять искать, поэтому я давайте вас отключу.
и поставлю вам вид с колокольни. Вот так вот это выглядит. А вот наш уголок. Да, печально. А то, что там на самом деле, начинаешь себя накручивать вот эту всякую дрянь. Как наши родители воспитывали. Кто-нибудь приходил так быстро из комнаты? Что-нибудь начинаешь спрашивать, оно тебе надо? Ну да, дети были раньше по-другому воспитаны. И ничего мы не знаем. Ни о родственниках там. Вот бабушка Матрона, она с нами жила, с мамой всю жизнь прожила, как поженились. И отец, боже, живой. И вот я начинаю у него спрашивать, так же, как говорят, там кто-то там сказал из родственников. Как партизан молчит? Я не знаю.